Всем привет, с вами Ева. Бока. И сегодня мы будем с моим папой делать мыло. Для этого нам понадобится формочки. Не понял. Штамп, если ты заходишь делать мыло с ним. Он с кошечкой. Нож, чтобы разрезать мыло. Перчаточки. И будешь выбирать формочку. Еще ты можешь выбрать краситель и отдушку. Mm-hmm. Если ты захочешь, можешь добавить диоксид титана. А зачем такой химия? Зачем нужна это? Диоксид титана – это как краситель, только он в порошке. И потом руки отвалятся сразу, да? Вот так вот, по локоть. Нет. Он отбеливает, ну, например… Руки. Нет, папа. Вот. Например, у тебя темно-зеленый получился, ты можешь, ну… Его высветлить. То есть, чтобы светлее было, я понял. Ага. И скраб, если ты, ну, чтобы кожу. Это тоже диоксид, нет? Нет, это скраб. А, ну скраб. Вот. Так. Для начала выбирай себе формочку. Любую выбирай форму, которую ты хочешь. Мыло делать, которое. Это с кошечками. У тебя какие-то все женские. У тебя есть что-нибудь мужское нормальное? Ну, можешь вот... Пиво, чтобы была бутылка, антискорбная. Что это такое-то? В следующий раз поем. Что, мальчиком под... Розочку, давай розочку. Не, розочку тоже нет. А это что такое? Это... Ну, ты уже делала. Это шоколад. Вот, кстати, я делала мыло. Угу. Ну, самое давай лучшее. Давай вот эти ягодки возьму, вот. Давай, что? Малину. Малину хочешь? Малину хочу, да. Угу. Малину. Так, для этого нам понадобится красный краситель. И его нужно смешать с таким немного... Добавить диоксид. Чё? Ну что, увидели? Ладно. Так, для начала одеваем свои перчаточки. Свои, твои перчаточки, мне такие не налезут. Налезут, давай. Вот, видишь, как раз они даже тебе большие. Так. Большие, они пальцы не на не видно мне большие. Давай. И второй тоже надо? Да. Пока что я расскажу. Так, у меня одна перчатка, вторую не нашла. Так, берем немного так. Ты чего, как обезьяна с камерой? Пусть она стоит, не обращай на нее внимания. Хорошо. Крутит ее, квертит туда-сюда. Давай, делай, показывай. Так, для начала нам нужно нарезать основу. Я буду делать... Что я буду делать? Мы ягоды с тобой будем делать. Да. Я буду делать виноградик. А ты будешь делать малинку. Так, для начала нарезаем мыло. Давай. Сколько надо? Ну, чтобы заполнить вот этот стаканчик. Еще хватит? Еще нужно немного. И разрежь их на квадратики. Пока что еще давай. Еще давай. Куда еще-то? Пап, это только вот столько мыла. Сейчас. Вот, пока что папа режет, я расскажу, для чего нужен штамп. Мне в магазине говорили, то, что ты берешь... до конца нужно. Вот так вот его прикладываешь, ну, какой стороной ты хочешь, чтобы он тебе был. Вот. И будет, наверное, рисунок, да? Да, и ты заливаешь рельеф. Все мылом. Форма такая, рельеф получится. Да, типа рельеф. Ты заливаешь, все. Да. Пока что иди, сходи, поставь микроволновку на 30 секунд. А, 30 секунд, все, делай. И внимательно смотри, чтобы оно не надувалось. Пока что папа пошел ставить, я расскажу, для чего эти штампы. Как я начала рассказывать, папа сейчас идет, скажет. Эти штампы нужны для того, чтобы их прикладывать к самому мылу. И потом заливаешь их, и когда у тебя мыло уже готово, ты эти штампы просто отдираешь. Вот. Пока что я буду
думать, какой ему подойдет для малинки одушка. Конечно, было бы хорошо, если бы у меня была одушка малина, но нету. Так, пока что я... Так, все, я вижу, я слышу, он уже идет. Нельзя. Дэнни вместе с нами пошел. Так, горячее. Да. Осторожно, не обожгись. На 30 секунд поставил? Да, на 30 секунд. Все, жизнь. Так, теперь ты должен добавить красный краситель. Давай быстрее, ну, туда сейчас. Алый. Вот. Куда? Вот сюда. Сколько? Ну, смотря на какая она, какой она насыщенности у тебя так, будет. Только не... Твоя малина. Хватит, да? Еще немного. А там больше не осталось. Все, так. Вот. Угу. А теперь размешивай. Так. Размешал? Угу. Что теперь? Будем выбирать. Да не надо, она яркая должна быть. Угу. Так. У нас какая-то получается. Угу. А там больше нет. Ну давай еще, что там есть. Там есть. Короче, все доливаем. Угу. Так, смотри, течет. Ну все, хватит, хватит. Все. Еще размешиваем. Я размешал. Угу. Все, более насыщенно стало. Так вот, 6 минут идет видео. Ладно, давай. Все. Выливаем? Подожди, еще не выливаем. Какой у тебя отдушки будет? У тебя может быть необычная малина. Ну, если это малина, значит, она малина должна пахнуть. А у меня есть? Нету малиновой отдушки. А что ж ты не подготовилась? А что у тебя есть? У меня есть корица и яблоко. А давай без одушки сделаем. Потому что у многих может аллергия быть, и одушка не понравится. Давай без одушки сделаем. Давай. А потом будет одушка, мы ее сделаем с одушкой. Расскажем. Лей. Вкусно пахнет сразу. Итак, теперь заполняем. Заливаем. Вот. Все, супер. Все, хватит пока. Мне не надо, а то она больше повреждаться. А, ты еще будешь лить? Это ананас у тебя, что ли? Тоже будет красный. А это? Клубничка. Клубничка, какая красота. Цвет красивый, прозрачный. Я клубничка должна. Ну ты видишь, что перелила-то? Ну, рукопоп, как всегда. Не спеши. Все, есть у тебя салфетки-то или ты салфетки не подготовила? Все льется. Нужно. Салфетки нужны. Есть у тебя салфетки? Нету. Ой, чудо. Пока что папа идет за салфетками, я вам ничего не буду рассказывать. Сами все поймете. Итак. Скажи всем, что обязательно должны быть салфетки. Да, обязательно должны быть салфетки. А то вдруг, как у нас, все пойдет через не то место и... У нас, у тебя. Я такого... Папа, течет. Ну, конечно, налила сколько. Все. Вот так положим, да, чтобы она не текла. Вот, пока что застывает. Арина придет, это ее стол, она тебе покажет. Мы убежим. Она не знает, она может быть в интернете сегодня увидит. Мы ее разместим, пока она там танцует, она тут же прибежит. Пока что давай сделаем еще одно мыло. Смотри. Достала свое мыло. Ну давай делать мыло. Так. Вот это надо расходовать, что у тебя осталось. Ну. Ну, давай расходовать. Берем штампик как раз со штампом. Угу. А тебе хватит там мыло на этот штампик больше? Тебе не хватит, тебе на маленькую хватит. Вот два маленьких вот еще залей и все. Не, я не буду это, я... Тебе не хватит? Я по слоям буду делать. Угу, слоям попробуй. Ты че ты смеешь? Иди пока что стаканчик отмывай. Ага. И смотри, отмой пока что стакан. Просто воды, что ли, отмывать? Да,
Ну, может, туда сразу положим и что отмывать его? Все равно там воск. Давай туда положим. Воск или парафин? Парафин. Давай туда складывать. Это вообще мыло. Еще ты хочешь растопить, что ли, мне скажи? Да, мне вот сюда. Давай. Пока что мы сходим и посмотрим, что у нас. Пока что я возьму камеру и покажу, что у нас с Дэнни. Зачем с Дэнни-то? Мы сейчас снимаем про мыло, а ты про Дэнни. Все смешало. Сколько надо там парафина? Вот. Сколько надо парафина тебе? Столько же, как вот, и было? Все, вот так вот достаточно. Пойду вставить еще, да? Угу. Так, пока что я жду 30 секунд. Кстати, хочу вам посоветовать... Нет, не буду, канал один. Вот, я хочу вам посоветовать вот этот набор шоколадное мыло своими руками. Он продается в выдумщиках. Ну, если вы были, конечно, в Меги или во что-то другом. Короче, магазин выдумщик. Это я один раз купила вот этот. Это мой самый первый набор был. Вот. И вот с ним идут вот такие формы. Вот где-то вот такая основа для, ну, самого мыла, наверное. Вот папа уже идет. Вот. И там идет одушка к нему, крем или шоколад, но я его уже все. Вообще у нас пара пошел, надо было меньше. Здесь объем маленький, надо было поменьше держать, не 30 секунд. Горячий, смотри, осторожно, не пролей только себе. Куда выливаем? Подожди, еще не выливаем. Ой, сюда ставь. Я что-то коробку достал, некрасиво. Я показываю тебе. Так, теперь достаем диоксид титана наш. Угу. И взрываемся. Папа. И квартира разрывается на части. Да? Химик мой молодой. Хватит, хватит, титан. Какой титан, папа? Ну титан-то написано, титан. Нет, мало. Ой, переборщила. Но можно нежный розовый такой. Ну, получается, тенечный розовый. Ну, белый, конечно. Ну, как это, да? Как мороженое. Да. Сколько... Ой, здесь у меня немного осталось. Ты только вот аккуратнее все делал. Ты навалила все перед собой? Нет там краски больше. Есть. Что ты... Если постараться вы. Нет там краски, достаточно все. Закрывай теперь все. Вот. Вот. Готово. Так. Ты закрывай, Витя. Сейчас опрокинешь, он тебе вывалится. Вот, у нас нежно-розовый получился. И добавим к моему одушку корицы яблока, потому что я обожаю ее. Так, вот сверху. А корицу можно из кухни добавить, да? Нет. Почему? А, хотя можно, да. Кухня, ну и что там? Натуральной корицы, как ты химию льешь. Я вот какая корица. Угу. Еще нужно формочку рома купить. Виски? Я люблю тоже. Ну вот. И только там виски с колой. Очень вкусно. Там есть аромат такой этот, виски. Угу. Или ром, не помню. Виски, ром. Ром тебе еще все это, знаете? Короче. Лучше корицу. Как яблочный пирог получится. Угу. Так. У нас сейчас вот... Ты не трогай пальцем. Вот. Вот этот вот слой мы сейчас заливаем белым нашим. Так, забыли перемешать. Вот этот вот слой перемешиваем. И заливаем. Мне нужно залить не до конца. Нежно-розовый.
Еще нужно один красный. Все, хватит. Еще немного нужно красного. Пап, держи вот так вот. Будешь пока что впечатлениями своими делиться, а я пойду еще себе стригу. Ты вот это убери под руки. Ты что ты меня идиоткой называешь? Потому что ты всю камеру руками испачкал. Нельзя руками грязным камеру трогать. Пусть она стоит там постоянно и все снимает. Чего ты как обезьяна с гранатой бегаешь? Какие очки? А ты с гранатой. Ой, вау, смешалось. Вот, отлично стал. Не надо ничего делать, смотри, красиво. Не, нам еще нам еще красный добавить. Так, пока что, пап, только поделись своими впечатлениями. На 10 секунд ставь, ладно? Пока что поделись своими впечатлениями. Ну что, мне нравится. Очень красиво получается. Очень. Только дочь, она бешеная немножко. Не обращайте на внимания. И собаки зашли теперь. Ой. Сейчас она придет и продолжим. Берка. Вот сейчас Дэнни. Дэнни. Вот Дэнни пришел. А вот подожду по Дэнни. Вот он. Лапкой. Поприветствуй. Вот он. Это наш один питомец. А это кто такой? Второй питомец. Вот, все, ребята, уходите. Уходите, все. Ты зачем их запустил-то? Ничего, пусть побегают. Пусть побегают, они мешают здесь. Так. Иди. Ой-ой-ой, сейчас убьете нам. Все правда. Все сделал? Сейчас. Ты же рисунок этот фильм, давай быстрее закончим. 20 минут он никто смотреть не будет. Вот он красненький. А я красненький нашла.